Между тем, в Брюсселе министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег участников переговоров по иранской ядерной программе от попыток смены режима. Говорили, что все участники переговоров должны четко заявить Ирану, что они не преследуют цель смены режима, а добиваются прояснения всех тех проблем, которые возникли у МАГАТЭ, и после прояснения этих проблем все санкции и иные препятствия для участия Ирана в международной жизни будут ликвидированы.